Сейчас мы решили вдвоем с Ириной выехать. Наверное, в Чикфилле заедем, завтрака купим, привезем. На улице все так же мороз. Где-то, наверное, по ощущениям градусов минус 8, минус 9. Хотя вот где солнце светит, асфальт сохнет. Но в целом снег еще есть. По прогнозу сегодня вроде должно потеплеть. И вполне возможно все это уже растает. Машина, конечно, вся грязная. Заехали мы в Chick-fil-A. Завтраки, конечно, не успели. 10:30 заканчивается, а мы 10:40 были. Ну вот, купили еды. Сейчас будем кормить. Солнце греет. Все-таки нам тепло нравится больше. Снег еще есть, но сейчас он уже, я думаю, сойдет. 2 часа обещает плюсовую температуру. Но пока еще все так. Сюзанна Весли Гадден. Такой вот садик. Вчера здесь пацаны катались, как с горки. Такая вот беседка. И с таким вот шикарным видом. У нас здесь идет процесс по строительству снеговика. Пошел. Большого снеговика. Липнет снег? Но он уже такой какой-то более рассыпчатый сейчас, сегодня. Мама, есть моя. Ну, вот такой вот классный снеговик получился. Он теперь злой стал. Потому что у него стройное лицо вместе. Щеки его. Красные глазами. Лучше ночью глаза не мигают. И кто-то ее взял и его поставил. Как это ягодка. Я голова. Наша вчерашняя горка уже тает. Трава. Лизышки, коньки. Сейчас попробуем вон там покататься. Аккуратно. Гуси. Смотри, сейчас за тобой гуси погонятся. Недолго я хотел сказать. Да, капец. Я пошел. И мы пытаемся. О, на дорогу выскочил. Капец. Вот эта скорость. Здесь горка, конечно, еще круче. Там более пологая. А здесь скорость большая. Че? Мы будем сегодня разгоняться, нет?
Да уж. Чуть кушаю, я поехал. Ты тормозить умеешь? Так, у нас экстремальный спуск вдвоем с Тимофеем. Больше веса, больше скорость. Поехали. Так, не держим равновесие. Офигеть, ладно. О! Машина сзади меня. Секьюрити. Притормозил около нашей машины, остановился, посмотрел, а потом все-таки решил проехать мимо и не портить Рождество. Ладно. Потому что мы вообще здесь непонятная горка, скорее это какие-то гольфовые поля, занесшие снегом. Мы вон там аварийку включили. Что ты нашла? А, это шарики какие-то непонятные, они закреплены, их нельзя трогать. Вот мы припарковали машину фактически на газоне, включили аварийку, и дети катаются на горке. Это, наверное, вряд ли нормально, но вроде пока все хорошо. А там, ребята, более экстремально. Вот для информации, вот здесь в конце горы, перед дорогой ручей. И в принципе, я не знаю, как они там останавливаются, но на дорогу, наверное, выезжают. Это мостики через ручей. Да, по асфальту. Осенью, потом наступила зима, и сейчас уже за несколько дней уже наступила весна. А вот наш снеговик, который мы буквально сегодня только лепили, и все, что от него уже осталось. Сейчас с детьми пришли сюда к елочке, сделали небольшую фотосессию. Вот, ну все, вот так сегодня прошел день, покатались на горке. Завтра уже мы уезжаем с этого отеля, едем в город Шарлотт, нам 3 часа ехать на машине, и уже там переночуем, и послезавтра нам остается только выехать с отеля в 11 часов и сразу направиться в аэропорт, где мы уже летим домой. Ну, там 2 часа лета, и мы дома. И еще, кстати, это видео выйдет с задержкой, у нас сейчас 26 декабря, но на ютубе оно выйдет 31 декабря, то есть в Новый год. Поэтому поздравляю всех с Новым годом, ну, с наступающим или уже у некоторых наступившим. Желаю в Новом году всего-всего самого лучшего. Пусть он будет лучше, чем текущий год. Хотя и в текущем году много было плюсов. Так что пусть в следующем году будет их еще больше. Вот. Ну, с Новым годом. Пока. Всего хорошего. До завтра.